Чарховне лото. Aziz yurtdoshlar, Navo musiqa telekanalining qadrli muxlislari. Sharqona loto lotereyasi 36dan 6 o'yinining 231-chi yutuqlar tirajini boshlashga tayyormiz. Hozir chiroqlar yonadi studiyada. Да, мы очень надеемся. Ungacha biz mana bu yerdamiz. Добрый вечер, здравствуйте, дорогие телезрители. Куда нам выйти, чтобы нас было видно? Вот и светомузыка поспела. Праздничный тираж, потому что каждый раз праздник мы дарим миллиарды, мы дарим огромные суммы автомобилей. Так что готовы начать 231-й тираж лотереи Шарқона Лото, игры 6 из 36. Бүгінгі ютқылар тиражыда джамы 1 миллиард 555 миллион 183 500 сомлик ютқылар ойналады. Общая сумма призового фонда по всем категориям 1 миллиард 555 миллионов 183 500 сум. Ундан бірінші категория бойынша джекпот суммасы 1 миллиард 312 миллион 993 500 сумны ташкел етеді. Джекпот, внимание, 1 миллиард 312 миллионов 993 500 сум. Етінші бонус шару арқалы есі бүгін 50 миллион сум ойналады. Малый джекпот 50 миллионов сум. Shuningdek, 5-ta sonni topgan o'yin kombinatsiyalari uchun yutuq fondining 2-chi kategoriyasida 69 million 188 400 so'mlik yutuqlar ham bor. Призовой фонд по третьей категории за 4 угаданных числа составляет 123 миллиона 1600 сум. Endesa bugungi teleo'yinni kuzatib boruvchi hay'at raisi va a'zolari bilan tanishtiramiz. Итак, Шералиев Анвар Хуалиевич, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка, председатель комиссии. Исламов Олимджон Ахмадович, Халк Банка Маркези Аппарата Дебош Мутахасис Хайат Азоссы. Пулатова Мафтуна Нурбабаевна, ведущий специалист Центрального аппарата Народного банка, член комиссии. Бүгінгі ютқылар тиражыда ойын иштирокчылары томонидан 38289 билет харид қылынган ва уларда 192190 ойын комбинациясы қайт етілгені малым. Вот такая вот цифра. Все данные записаны на данном компакт-диске, запечатаны. Я передаю председателю комиссии. Мы подходим к лототрону. Мы готовы. Главное, чтобы вы были готовы. Поехали. Всем удачи. Итак, несколько секунд, и мы уже узнаем, какой будет первый шар, под каким номером. 36, как же символично. Бірінші шар рақам 36. Второй шар подоспел, 9. 9, екінші шар рақамы. Третий шар. Счастливое число. 13. Учинчи шар рақам. Он уч хакикатта. Кимлерге дыр омат келтирады бу рақам. Четвертый шар. 32. Төртінші шар. 32. Ва бу бізді учинчи категория бойынша. Бір қанча комбинациялар ютқылы деп топылды дегені. Пятый шар под номером 28. Бешінші шар рақамы 28, екінші категория бойынша ғалыпларды табриклейміз. И шестой шар под номером 27. Ва джекпотны анықлап беруші алтыншы шар рақамы 27. Біз такрарлаймыз, диққат қылыңыз. 36, 9, 13, 32, 28, 27. 36, 9, 13, 32, 28, 27. Мана шундай, хозир чекетме-кетлик. Хали олдинда 7-чи бонус шар ҳам бор. Ва биз бугун махсус категорияда 50 миллион сум ойнаймиз. Вот смотрите, Камола, вот я задумался, вот это мысли вслух. Вот обычно, когда вот четвертый шар выпадает, мы объявляем, поздравляем победителей по третьей категории. Да. Но это же не вся третья категория, потому что четыре цифры, четыре числа могут составлять и остальные, которые еще не выпали. То есть мы поздравляем победителей по третьей категории не всех, у которых именно по этим цифрам есть
выигрышная комбинация. Вот только вот сейчас пришла такая мысль. И сразу же к нам выходит... Рахмат, Сухдиона. Да. Кета Рахмат. Базе за телетомошебилярно зохтумаймас. Ильхом, айпинь. Да. Нет выигрышной комбинации, потому что... Потому что мы... Растем! Да, да, вот это я хотел сказать. Вот я на кенги тиражды, біз халы тираж якуныге кадар буны. Албатта сізлерге елон кламыз, біз есе давам етамыз, 7-й болны шары махсус категория. Искренняя радость, да у меня была, что джекпот остается. Дорогие друзья, мы же ради вас. Специальная категория, 7-й бонусный шар. Мы же хотим, чтобы вы побольше выиграли. А на самом деле я... На самом деле, я не скажу, по какой причине я порадовался. Итак, скорее, ну, Лототрон, не томи. Есть 7-й бонусный шар. Слышали, как звучит бонусный? Бонусный шар, Ротама, он только... Вся данная информация обрабатывается в центральной системе Народного банка. Огромный сервер. Большинство людей за кадром трудятся. Общаются. Вы смотрели в фильмах такие эпизоды, когда биржа и идут торги, и вот эти вот крики? Вам-то не слышно, мы-то знаем, насколько вот люди стараются для вас, чтобы ваши результаты были точны, а они будут максимально точны, потому что система не дает сбой. Но хотелось бы, чтобы система мучилась. Знаете, в каком случае? Когда слишком много комбинаций, которые вы сыграли. Чтобы было огромное количество комбинаций и много билетов продано. А это, что очень важно, решает вопрос джекпота. Сумму джекпота. Чем больше играть, тем лучше, тем выше джекпот. Ходышында лотерея билетлерны са, сіз ұшы білген манзылар, Халқбанкының істелген филиалары, йоки Успайны шықопчаларды, хоқлагенчі комбинацияды рухаттан өткешіңіз мүмкін. Хар күні саат 16:00-ге қадар. Бүгін мана эфир өзіні қоясығы етады. Кенге тираж үчін сіз ертедан бошлап, шарқына лото лотереясы билетіні, яна рухаттан өткешті давам етшіңіз мүмкін. Азілар, ба, шыны ұнытмайын, омад, тұрышқоқларге, харакетчаларге, унге ишонгенларге күліп боқады. Олмапыш оғзымге түш деп, йотадгенлар бұндан мұстасынау. Шыны үчін сіз харакет қылин. Какая метафора була. Так. Омад, если сізге альбатты күліп боқады. Я даже забыл, что я хотел сказать. А, да, про адреса, дорогие друзья, интернет, мы живем в 21 веке, где технологии берут свое, они диктуют нам правила, так что вот сюда вот подписывайтесь, регистрируйтесь, следите за нами, потому что мы за вами следим. Что это было? Вы сезлярно были, мы сказать, я мы с хозер, кимлярдер курсант боль мохте. Натижаларны эсэ қолге кірчіміз білән елон қылышке тайор болып түріп мы. Вы договорились насчет платьев, да? Или так совпало? Ха, келіштіге. Демак, махсус категориядан башлаймыз. Бүгін махсус категорияда ғолыплар бар. Икті комбинация үткілі деп топылды. Хар бірлерге 25 миллион сомдан насып етті. Табрихлеймыз. Количество выигрышных комбинаций, две суммы выигрыша на одну. 25 миллионов. Да, есть победители специальной категории, мы от души поздравляем. А также есть победители по остальным, помимо первой. Махсус категория, да, Тошкент шахрыдан, ба Хоразым влоятыдан, біздің қадырлы юртошларымыз. Үшінші категория бойынша есе 1790 битті комбинация өткілі деп топылды, ба олардың қарбары 68678 сомдан күл ютоғыны қол екіртішті. Количество выигрышных комбинаций по второй категории 87. Сумма выигрыша на одну 795 269 сумм. Смотрите, как прилично выглядит, а все это. Базеса кенге 232-й ютклар тиражу учун джекпот суммасына элон кламыз. 1 миллиард 447 миллион 526 500 сом деп белгиланды. Что я говорил, а? Почти 1,5 миллиарда. 1 миллиард 447 миллионов 526 500 сумм. Джекпот на следующий тираж. Махсус категория ДСА, кенге тиражда 50 миллион сом ойналады. 50 миллионов – это специальная категория. Мы ждем вас в филиалах Народного банка.
в будках в системе Успайнет, где вы зарегистрируете свои билеты и станете чемпионами, миллиардерами, я хотел сказать. Вопрос председателю комиссии, есть ли претензии по проведению данного розыгрыша? Ойин лотерея фолтен тартиби солучи миёрий хужжатлар талаблари асосида ўтказилди. Эътирозлар йўқ. Катта раҳмат, Анвар Қолиевич. Биз эси ғолибларимизни яна бир бор муборакбод этамиз. Ҳар кунингиз мана шундай қувончли дақиқаларга, лаҳзаларга бой бўлиб ўтсин. Биз сиз учун ҳар доим хурсанд бўлайлик. Кейинги тиражгача ўзингизни эҳтиёт қилинг. Берегите себя, да, конечно, берегите себя, любите жизнь друг друга, любите свою работу, и все будет прекрасно. Играйте, выигрывайте. До встречи. Саламат булик.